Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале «Беларусь-37». С вами Данута Хлусня. И к новостям. Министр внутренних дел Игорь Шуневич дал интервью на канале ОНТ. В нем он рассказал, что существует определенная категория граждан, цель которых в очередной раз блеснуть в СМИ. Министр называет их дырявыми, реакцию их зрителей – собачьими возгласами. Он не стал называть их поименно, но, как мы знаем, круг тех, кому позволено блистать в белорусских СМИ, достаточно узок, а их дыры достаточно широки. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом и подарил 4 мешка картошки разных сортов для пюре и драников, для запекания, для жарки и отваривания. Смотри, не перепутай! Лукашенко дарил подарки, как обычно, с умыслом. «Я тебе картошки, а ты мне денег трошки». На что Путин размечтался. «В следующий раз в мешках ты принеси 6 областей своей Беларуси». На что белорусы дружно подумали. «Мой русский мир, як ты мне дорог, с таким, як ты братом, не треба и ворог». Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отвечая на вопрос слушательницы из Минска о возможной аннексии Беларуси, сделал смелый прогноз того, что после объединения Лукашенко сможет занять пост пенсионера, живущего в Крыму. Везет же, ведь сами белорусы в случае объединения с Россией пенсионерами станут очень и очень нескоро. Вице-спикер Российской Госдумы Петр Толстой предложил окармливать Беларусь русским миром. С комментарием Олесь Корниенко. Не знаю, чем питается этот Толстой, но советы в области диетологии другим он дает регулярно. Хочу напомнить белорусам, которые могут подумать, будто русский мир – это такая вкусняшка, что еще недавно этот государственный муж советовал своим согражданам вместо иностранных лекарств пить боярышник и настойку коры. Почти 3 миллиона россиян оказались в 2018 году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Год назад под ограничением выезда находилось на 1 миллион человек меньше. Теперь понятно, почему Кремль не разрешил Лукашенко поехать в этом году ни в Брюссель, ни в Париж. Он же в их списке должников на первом месте. В Минске установили памятник корове. На это произведение из бюджета столицы выделено почти 178 тысяч долларов. Для сравнения, в мае установили памятник Тадеушу Костюшко, на который не было потрачено ни копейки из бюджета. Все деньги собрали граждане Беларуси. И стоил этот памятник менее 11 тысяч долларов. Что творится в самой главной голове головки? Наступает год свиньи, а памятник коровки. Жалею, что столичные чиновники не потратили еще 10-20 тысяч долларов и не сделали корову музыкальной. Ей бы подошла песня группы ДДТ. Это все, что останется после меня. В первую неделю января цена бензина и дизельного топлива на АЗС Беларуси, возможно, будет снижена. Об этом 30 декабря заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Дизельное топливо может подешеветь на 1 копейку, а бензин на 2. К таким подаркам белорусы не привыкли, но эти копейки станут серьезным подспорьем после затрат на новогодние праздники. Житель Рогачева вместе с друзьями слепил в одном из дворов 51 снеговика. Так молодые люди поздравили рогачевцев с Новым годом. Дырявые уже окрестили это сборище несанкционированным митингом и решили пресечь незаконную акцию. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Хочу пожелать здоровья вам и вашим семьям, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так долго мечтаем.
Нас в следующем году ждет простой и в то же время сложный выбор. Не теряйте надежды на лучшее, а лучше для этого еще и что-то делайте. Смотрите и читайте независимые ресурсы, помогайте продвигать каналы белорусских блогеров. С наступающим Новым годом! Принимаю подарки от всех желающих меня поздравить! Здравствуйте, вы смотрите новости на канале Беларусь 37. С вами Данута. Что-то не так? Да, я знаю.